Внимание на экраны! Сегодня жакет Алиса. Это наша звезда. Посмотрите, пожалуйста, вот такие вот цветы. Вообще, женщина ассоциируется с цветами. Надь, для кого это предложение? Этот жакет, во-первых, это специальное предложение, но все-таки для современной женщины, для тех, кто обожает цветочный принт. И, кстати, Оля, цветы – это тренд 2016 года коллекции «Весна-лето». То есть это еще и супермодная вещь. То есть это еще и в тренде, на нашей изделие? Да, безусловно. Друзья, Алиса, записывайте номер лота. Вам сегодня этот номер очень пригодится, потому что это специальное предложение. Самая выгодная покупка. Два цвета на выбор. Да, два цвета на выбор. Бирюзовый цвет на Любе вы сейчас видите. Она демонстрирует и сразу отмечает, что Люба выбирает комплект с брюками. Посмотрите, на каждый день брюки Браво, элегантно. Запишите, брюки Браво, жакет Алиса бежевых оттенков. А теперь давайте посмотрим на Олю Гридунову. Она выбирает голубой оттенок жакета, оттенок бирюза, если быть более точными, жакета Алиса и юбку Аманда. Про Аманду мы поговорим совсем скоро. Друзья, вы столько всего интересного для вас подобрали. Оставайтесь с нами. Скоро 8 марта мы должны украсить себя к этому великому празднику, когда все женщины должны радоваться, когда все женщины должны любоваться, глядя на себя в зеркало. Звоните прямо сейчас, будьте красивыми, если вы любите цветочный принт. Это предложение непременно для вас. Скажи, пожалуйста, Наденька, из какой ткани сделана наша сеть? Так, к ткани мы сейчас вернемся. Я просто хотела продемонстрировать и показать зрителям, что ты носишь водолазку под жакет. Алиса, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Оля предпочитает носить жакет Алиса, утепляясь водолазкой. Посмотрите на Любу. Люба носит жакет Алиса на топ. То есть мы имеем с вами абсолютно разные сочетания. Это всесезонный жакет. Вот что хорошо, Оленька. Можешь носить сейчас его зимой под куртки и шубы, а весной, вот как ты правильно очень сделала, носить водолазкой. То есть если вы искали универсальное изделие, это предложение для вас. Вот жакет всегда будет востребован. Сейчас актуально, знаете, в тепле держать себя и украсить себя таким невероятно красивым цветочным принтом. А весна? Весна уже не за горами. Готовь сани летом. А готовь верхнюю одежду прямо сейчас зимой, друзья. Правильно. Заказывайте для себя курточку легкую на весну. Ну что ж, друзья, я хочу доказать вам, что эта куртка универсальна. Во-первых, вы можете ее носить с брюками, с юбкой и даже с платьем. Сейчас вам покажу. Это действительно находка. Вот один такой жакет и, например, платье Донна Роза. У нас разные есть расцветки. Оль, посмотри, это палочка-выручалочка. У тебя юбка и водолазка. У меня платье. Но даже платье способно украсить. Такое красивое платье, казалось бы, как еще больше можно украсить и усилить при помощи жакета Алиса. Посмотрите на эти цветы. Ой, Надя, ты красавица. Ты знаешь, вот сейчас вот... О, стоп, стоп, стоп. Оператор, остановитесь, пожалуйста. Стоп. Посмотрите, пожалуйста. Такое впечатление, что мы сейчас с вами рассматриваем картину в известной картинной галерее, правда? Вот, Надя, скажи, пожалуйста, как рождается такой принт на изделии? Ну что ж, все дело, конечно, в новых технологиях. На самом деле это, Оля, внимание... Что такое фотография? Это фотография, это изображение, которое передается фотографам. Так вот здесь фотопринт. То есть мы имеем дело не с рисунком, а с фотопринтом. Давайте посмотрим внимательно на, еще раз глубже, на бирюзовый оттенок, потому что у нас бежевый на Любе. Mm-hmm. Бежевый я тоже выбрала под платье, под свое, а бирюзовый оттенок выбирает Оленька. Давайте посмотрим в нюансах. Итак, ты видишь, что это фотография? Ты посмотри, как достоверно выписаны здесь пионы. Друзья, кто любит пионы, кто сажает их на своих приусадебных участках, заказывайте.